что ты нащупала? Какой-то провод. Это фломастер. А, нет. О, мама, это мой iPhone. Всем привет, меня зовут Маша. И сегодня у нас веселый челлендж Back to School вместе с Jelly Buff. У нас есть три вот такие разноцветные емкости с Jelly Buff. И в этих емкостях я спрятала школьные принадлежности и личные Машины вещи. Маше нужно будет закрытыми глазами на ощупь определить, что ей из этих вещей, которые спрятаны в Jelly Buff, подойдет в школу, а какие вещи тут лишние и совершенно непригодные для школы. Посмотрим, с чем завтра Маша пойдет в школу. Ну что, начинаем? Да. А что тут такое? Тут ничего нету. Ну что, Маш? Ой, я что-то нащупала. И что это у нас? Что это? Долго не думай. Берешь это в школу или нет? Точилка. Вытаскивай, посмотрим. Угадала ты или нет? Что это? Это не точилка! Это кубик от какой-то игрушки. И я завтра с ним пойду в школу как с точилкой? Да, вместо точилки берешь с собой этот кубик. Так, ой, может быть, тут что-то для тут тебя будет полезно. Тут куча всего, я не понимаю, что это. Оно какое-то... Ой, что это такое? Это кисточка. И что еще? Тут что-то тяжелое очень. Мне кажется, это не надо брать в школу. И что это? Это платок какой-то. Ой, открывай свою маску и посмотришь, что это за платок. Это ж мои лосины. Ты лосины в школу не берешь? Они ладно. Они в Jelly Buff все. Оставляем. Ищем, ищем, ищем. Тут полные емкости. Ой, что это такое? Школьных принадлежностей. И не только школьных. Это что-то... Не знаю даже какое. Плоское? Что-то плоское. Или овальное какое-то. Что это такое? Давай, давай, вытягивай. Нужно тебе это для школы или нет? Я думаю, это что-то круглое. Нужно. Итак, смотрим, что ты берешь в школу. Скотч, подойдет. Давай, 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 ищи, что следующее ты положишь в свой школьный рюкзак. Это что-то, какая-то бутылочка. Это бутылочка. Так, что это за бутылочка? Может, от клея ПВА? Это от канцелярского. Канцелярский клей. Так что тоже бери его с собой в школу. Это карандаш. Давай посмотрим. Я вместо карандаша буду брать фломастер. Да, черный фломастер. Будешь в школе писать черным фломастером. Так, что еще ты у нас возьмешь? Или не возьмешь? Это я не возьму. Мне кажется, что это... Ну, что тебе кажется? Что-то ненужное, что-то для школы. Я его не буду брать. Ты не можешь понять, что это? Ну, это кажется какой-то тюбик. Тюбик. Может, это запчасть от игрушки какая-то. Ну, смотри, что ты не берешь в этот раз в школу? Клей! Ты его не смогла угадать. Такой вот клей. Итак, ищем что-то еще. Это провод. Какой провод? Какой-то провод. Интересно, он к розетке не подключен? Длинный какой-то. Кажется, от айфона. Ну, смотри. Мама, надеюсь, тут нету нигде моего айфона. А то это уже не смешно как-то. Ладно, вот это возьму в школу, хотя понятия не имею, что это такое. И что это такое? Ластик. Ластик берешь в школу, отлично. Давай, что ты еще возьмешь в школу? Так, это я... Не беру, это мне похоже на какую-то пластмассовую конфету.
Так, а знаешь, что это? Открывай глаза. Мой фломзик! Это маркер, да. Вот такой вот маркер ароматный, с ароматом чего тут, яблочко, кажется. Вот круто, у нас джельбаф, и я ищу в нем еще мою канцелярию или, может, личные вещи. В зеленой емкости что-то осталось у нас еще? Да, еще осталось. Что это такое ты достала? Это ручка какая-то длинная. Я ее беру. А теперь смотри, что ты берешь с собой в школу. Это китайская японская палочка. Это палочка для суши. Ну что, бери ее в школу. Может пригодится на обед. Это же скотч какой-то. Я его возьму в школу. Еще один скотч попался тебе? Да. А теперь смотри. Двухсторонний, мне кажется. Браслет. Ты перепутала браслет с двухсторонним скотчем. Ну что, бери с собой в школу. И дальше посмотрю, что там еще осталось. И что там у нас еще? Тут карандаш. А это ручка. А это ручка. Ну ничего страшного, но это тоже школьная принадлежность, тебе пригодится. Да. Что там? Все, эта емкость пустая, мне кажется. Пустая. Я теперь перехожу в эту емкость. Что тебе пригодится для школы? Это... Так. Это кисточка. Берешь в школу? Да. А на самом деле, смотри, что это? Свечка! На самом деле, это вот такая вот свечка, которую Маша теперь возьмет с собой в школу. И... Это тюбик акриловой краски, я это точно знаю. И открывай глаза. Я его беру, кстати, в школу. Давай, смотрим. Это моя паста. Это детская зубная паста. Теперь пойдет завтра с Машей в школу. Давайте дальше. Давай. Что тебе еще полезного пригодится в школе? Что это? Как ты думаешь? Может, это твоя белая блузочка? Это моя личная вещь какая-то, по-любому. Белая штаны блузочка. Штаны такие. Это не штаны. Это наволочка. Так, ищи, Маша. Это... Что есть нужное для школы? Это бисер какой-то, внутри пакетик. Берешь с собой? Да. Я его точно возьму. Мне, кстати, на среду нужен бисер. Я его возьму в школу, и это бисер. А теперь смотри, что это. Чистый перец с горошком теперь пойдет к Маше на труды. Это какой-то маркер. Я Берешь? Его беру в школу. Наконец-то Маша угадала и возьмет в школу что-то нужное. Это салатовый яркий кислотный маркер. Цвет настроения кислотный. Поверь, я точно буду непролетной. Поставьте мне десятки, и будет все у вас всегда в порядке. Ну все, теперь я перехожу в розовую. Для тебя нужно что-то есть? Не подсматривай. Ты берешь это в школу? Что это? Какие-то канаты. Это наволочка на веревочках какая-то. Так, что это? Наволочка на веревочках? Наверное, да. Пишите в комментариях, подсказывайте для Маши. Может, это рюкзак? Этого не может быть. Берешь в школу? Да. И теперь открывай глаза и смотри, что же это все-таки. Мам, надеюсь, ты мою спортивную форму выложила перед тем, как в джелебав его положить. Нет, он же полный спортивной формы, можешь проверить. Ма! Проверяй, это шутка, он пустой. Да, пустенький, пустой. Вот такой вот рюкзачок прятался у нас в емкости с джелебав. Так, давай дальше выбирай себе, что ты возьмешь еще в школу. Да, клей. Я его возьму в школу. Берешь? А теперь смотри, что ты берешь в школу. Покажи нам всем, Гардекс, что это такое. Бальзам после укусов насекомых. Да, это бальзам после укусов насекомых ты берешь в школу. Вдруг тебя там покусают комары. Ха-ха-ха. Ладно, ладно, что еще ты возьмешь? Или не возьмешь с собой в школу? Тут больше ничего нет. А, вот что-то.
И это ты берешь? Это что-то... Какой-то корректор, я его возьму. А теперь смотри, что это? Ну, это фломастер. А, нет, это йод. Это йод. Это вот такой вот йод в виде фломастера, и ты его берешь в школу, вдруг коленку разобьешь. Смотрите, вот такой вот йод в форме маркера. Ну, я вот тут уже что-то нащупала. И давай, что же ты там нащупала? Это какой-то ластик. Так, и что это у нас за ластик? Давайте это... посмотрим внимательно. Мама, это моя игрушка была любимая. А напишите нам в комментариях, кто знает, из какой коллекции вот эта игрушечка. Из нее можно строить еще такие башенки. Угу. И что? Это леденец. Вот такая вот конфета на палочке. Я не возьму ее в школу. И теперь смотри, что это. Знаете, что это? А, это ластик. У меня такой был. Вот такой вот интересный ластик в виде конфетки Чупа-Чупс. Ластик. Ну, ты не берешь этот ластик в школу. Мне кажется, ты вообще ни один ластик сегодня не выбрала. Это линейка. Открывай глаза. Что это? А, это линейка. Пилочка! Да, это вот такая вот большая пилочка. Пилочка для ногтей, которая вся в джелибах. И ты берешь ее с собой в школу. А теперь ищи что-нибудь еще себе нужное. Это провод. Тут уже был провод. И еще один провод. Я его не возьму в школу. А теперь смотри. Карандашик. Да, вот такой вот карандашик, смотрите. Карандаш, который можно сгибать. Да. И тут еще что-то есть. А что это такое, я не знаю. И что это? Но мне это больше похоже на какие-то жвачки. Жвачки в пакетике. Не беру, это жвачки в пакетике. И смотри, что это? Это ластики! Вот такие смайлики, ластики, но ты их в школу не берешь, не угадала. Посмотрим, что еще там был. О. Что еще в этих в синем джелибаф у нас я есть? Я нашла тут сразу два. И? Так, это опять акриловая краска, это я уже точно уверена, что это акриловая краска. Это гуашь. А теперь смотри. Васаби! Васаби. И что это? Это, наверное... Что это у нас? Это... Все это уже видят, что это Маша достала. Какая-то игрушка. Какая-то игрушка-попрыгунчик? Да. Ну, давай смотри, что это. Ну, не круглая игрушка-попрыгунчик. Я ее не беру в школу. Орешек. Орешек, но это не простой орешек. Знаешь, что это за орешек? Вот такой вот ластик в форме арахиса. Что? Мама, это мой айфон? Ты же обещала его сюда не ложить. Фух, это старенький телефончик Nokia. А я думала, ты мой айфон утопила. Ну что, телефончик в школу не берешь? Хотя ты его угадала, практически. Так, тут ничего нету. Тут тоже ничего. Ну и тут пусто. И это значит все. Вот смотрите, что Маша выбрала нужного для школы. И вот эти все предметы ей придется завтра взять с собой в школу. Угу. Рюкзачок, зубную пасту, васаби. А теперь я вам передам приветики. Привет, мои любимые подписчики! А всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, Наша Маша. И всем пока!